Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», вторая часть. Так, ну что, давай посмотрим, какие здесь у нас сегодня будут доступны нам ивенты, задания и тому подобное. Так, ну, во-первых, мы забираем с тобой 5 энергии. Это раз. Во-вторых, так, ивент понятен, а вот здесь вот есть что-нибудь? Да ладно, только лишь конфетки и загемы. Блин, плохо. Ну и что мне прикажешь делать здесь? Ладно, давай для начала сыграем в ивент. Не знаю, может быть, Пенни Пурсует сегодня поиграть. Да пройти, так сказать. Да и с ареной надо что-то делать. А, зомбарики на воздушном шарике прут. Так, ну, о. Давай. Дракончик наяривай. Пиратишка пришел. Как пришел, так, наверное, и ушел, да? Сможем мы его подбить? Успеем поджарить? Как думаешь? Успели, конечно. Так, а мы с тобой сделаем следующее. Вот здесь вот поставлю я минку. Как раз вот для этого вот ханорика. Блин, не надо прыгать на мину. Она еще и не созрела при этом. Блин. Ну, мне это совсем не нравится. Так, надо здесь заморозку делать. Но заморозку надо делать именно... Да хорош. Заморозься, я тебе говорю уже. Так, этот тоже должен заморозиться у нас. Также и мумию заморозить надо. Как-то вот таким вот образом на данный момент я могу только себе позволить. Так, эту мумию тоже мы заморозим с тобой. Совсем мне, ребят, не нравится, что здесь происходит. Во-первых, очень шустро бегут, это раз. Да заморозитесь вы уже в конце-то концов, ну. Давай, давай, давай там. Не даем им шанса ни одного. Вот тебе не даем шанса, называется. Так, ну что, влупляем тогда, получается, по полной программе. Я другого варианта, ребят, здесь не вижу. Сожгли. Так, вон того надо ханолика заморозить. И вот этого. Ну куда вот он прет? Ну куда вот ты прешь, а? Тебе давали добро на это? Нет, конечно. Вишня. Вишня. Давай, давай, давай так сделаем. Еще и вот так. Ну что, все, выкусили? Готовы. Куда там разогнался? Вишни могли бы мне дать и пораньше. На самом-то деле. А то уже я думал, все, хана, сейчас пройдут, разбомбят меня. Кокосовая пушка, опять пушка и 1500 монет. Друзья мои, я второй раз уже замечаю за все время, что после рекламы, когда я хотел попробовать еще разочек пройти, мне не дают такой возможности, понимаешь? Не дают. Просто зависает экран с этим, с этим охламоном, да? И все. С ромашкой или с подсолнухом. И ничего, я слышу, как начинается уже битва, но у меня ничего не двигается. Это игровой баг, на самом деле. И пускай разработчики его как-то исправляют, да быстрее желательно. Давай-ка зайдем с тобой на огород. Угу. Забираем. Денюшка. Так, Жужу. Прошу, ты где? Иди сюда. Полей вот здесь вот, пожалуйста. Так, я даже в магазин боюсь, ребят, заходить, потому что опять же глюканет все. Ну что опять на огороде я не доделал? Ну, что? А, почему? Я вроде забирал. Давай, давай, давай. Пшик, все. Так, ну что, зайдем, наверное, в Пенни Пурсует, я так понимаю. Глянем, что у нас здесь сделано или не сделано. По-моему, 3 миссии нам оставалось. А, 2 даже. Ох, 1200, неплохо. Я думаю, что деньги нам все-таки нужнее. Блин, когда же я буду вот эти вот проходить, а? Супер мощные события. С офигенной повышенной, как говорится, сложностью. Но это, мне кажется, должны быть растения у меня прокачаны чуть ли не по фулке.
Так, что нам там уничтожить? 20 чего-то, непонятно чего, короче. Оу, йоу-йоу-йоу, тут и куры. Блин. Так, есть у нас тут ку... Вот это возьму. Так, погоди секундочку. Возьму мины, наверное. Дальше. Орех взрывной. Тут бомжи еще будут, да? Значит, возьмем рис. Бомб-гранат. Тихо, подожди, тебя я не хочу брать. Слушай, и надо брать нам лужайку. Кстати, вместо вот этого лучше, мне кажется, знаешь, что сделать? Вот так вот. Да. И шипастую лужайку. Наверное, лучше каменную. А, так, ну, блин, нафиг мне звездочка-то здесь нужна? Я не знаю, от нее толку никакого, абсолютно. Мне она не нравится. Ну что, попробуем сыграть вот такой... Что такое? А, ну они типа говорят, ты пойдешь сюда без подсолнуха, да? Нет, без подсолнуха я туда не пойду. Придется брать. Убираем, наверное, минус с тобой и делаем вот так вот. Твою налево, тут еще и могилы. Я что-то их и не увидел. Так, две удобряхи у меня есть. Сразу же, да, получается? Ну, такое слабое, блин. Ну, трэш какой-то просто. Слушай, я вообще не то делаю. Что это у меня за начало такое? Мне надо начинать с подсолнухов. Ну? А что, энергии солнечной не будет сегодня, да? Вы серьезно? О, спасибочки. Выделил. Давай-давай-давай этого зомби уничтожаем. И сейчас начнется сразу же наплыв всех этих... Вон бомжара уже, ребят. Пускай он хомячит, если хочет. Так, мы с тобой сделаем... Да, конечно. В плане, блин. Ну-ка, иди отсюда. Достанет этот бомж. Пускай хавает здесь. Так, наверху у нас идет непутевый, так скажем, да? Бомбим по максималочке. Сюда выставим орех. Тут и офисные зомби, я смотрю, есть у нас. Спасибо, Голдблум. Я забыл, что здесь. Ай-яй-яй. Так, Гаргантюха, ты как бы тут вообще, ну вообще не в тему. Рис, давай срабатывай. Все, вроде бы как все. Пока отбились. Замечательно. Не понял, этот мелкий хлыщ прошел. Ё-моё, как я его не доглядел здесь, а? Скажи-ка мне на милость. И про куриц я забываю. Конечно же, здесь еще нужно от них защищаться. Все? Так быстро прошли. Но, тем не менее, 1200, ребята, мне на карман упало. Квест комплит. И, соответственно, мы с тобой дальше идем. А в следующий это у нас последний. Так, что у нас тут? Хм, мне бы, конечно, хотелось бы получить 10 черники электрической. Давай посмотрим, сможем мы здесь с тобой справиться или нет. А с этими зомби, которые здесь будут на нас идти. Ну, будут немножко усиленные. Так, мне что-нибудь дадут хорошее? Нифига. Ну, давай вот это, наверное, возьмем. Я не знаю, что это, ребята. Заперк? Ох, ёпрсете. Не очень, ребята, хорошо. Хорош тут танцами, шманцами своими заниматься.
Давай поставим сюда, наверное, кабачок. Сюда. О-о-о, летит, летит уже. И сейчас начнется, естественно. Так, у нас паф тут есть. Но он у нас не прокачанный. Опа. Кристаллизация такая пошла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Естественно, ребят, естественно, этот ханорик так и будет делать. Так, что у нас тут? Паф, давай, давай, взрывайся там. Блин, надо было немножко не так сделать. Да, а как ты тут... Твою налево, блин. Ты ничего тут другого не сделаешь. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Бумс. Так, они начинают тут хомячить. Не должны мы им позволить. Ну, может быть, хватит уже, а? Ну-ка. Ты посмотри, он без конца начинает их, это, вызывать. Давай сделаем так и вот так. Ну куда ты вот прешь, а? Засранец несчастный. Давай, родной, бомби. Все, все вроде бы. Так, тут волн непонятно сколько. Что вообще мы тут должны сделать? Это не с волнами, да, связано, получается? Вообще не пойму, что тут надо сделать. Прождать, отбиться или что? Этот так одолеет нас просто-напросто. Вот что я тебе скажу. О, еще и летающий. Молодец, красавчик. Давай, 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 давай. Давай, давай, летающих. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет, да? Время, время, ребята, мы, по-моему, да. Трындец, мы выстояли. И я смотрю, босс-замбос тут явился, хочет подраться. Ну что, устроим ему взбучку, или он нам взбучку, я не знаю. Наверное, он нам, поехали. Что он будет здесь вытворять? Какой именно замбос тут будет? На драконе? Какой-нибудь механический, мне кажется, да? О, дают неплохую, ребята, нам штуку. Да, на механическом драконе. Что, значит, делаем? Наверное, вот так вот. Ну что, друзья мои, погнали. Вот такое у меня будет построение. Ну вот, я говорил же, что он ряд будет сжигать. Посмотрим, что у нас из этого всего вообще получится. Так. Давай, малыш. В плане, я не понял. Отдуплись. Посмотри, а, что творит. Не хочет просто так сдаваться. Ладно, сделаем немножко по-другому. А-а-а, так там еще вон кто. Ёк-макарёк. Вот кто их сюда подкидывает к нам. Динозаврики, а? Плешивые. Угу. Так, давай сюда. Может быть, вот так вот сделать? Так, влупляем. Влупляем. Давай, 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 давай. По-хорошему их бомбим. Босс этого зомбоса. Сделаем вот так. Сюда. Здесь. Так, сколько у него? У него еще дофига здоровья на самом-то деле. О, тут этот явился уже, да? Офисник. Офисник пришел.
давай сюда вот взрывать. Трындец какой-то. Бомбим. Ни единого шанса мы им не оставим. Так, у нас с тобой еще полторы минутки есть. Всего лишь полторы, друзья, минутки. Поэтому нужно как-то, я не знаю, усиленно бомбить. Так, виноградина. Куда мне ее влепить? Мне ее влепить даже некуда, прикинь. Трэш какой, вот сюда вот, наверное. Так, этот пошел обратно. Этот пошел обратно. Опс, а вот это уже плохо. Че, они там разгоняются, да? Я не успею, за 40 секунд я не успею, ребята, его уничтожить. Вот что я тебе скажу. Офигеть, как он тут бомбашит. Давай сделаем вот так вот. Вот так. Обидно. Обидно будет, да, если у нас с тобой ничего не получится. Хотелось бы, чтобы все сработало. 16 секунд. Ну, ты видишь, сколько там здоровья. Виноградина, выходи. Нет, 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 нет. Не получилось. Ладно, фиг с ним. Не сработало. Блин, надо было все-таки брать больше дальнобойных растений, потому что он там прячется, и мы просто элементарно до него не достаем. Давай-ка попробуем переиграть. Так, если будем переигрывать, что нам взять? Дальнобойные, какие именно? Может быть, даже который... Рис, в принципе, неплохо был бы, я думаю, здесь. Кто еще? Взрывных можно, в принципе, и не брать. Взрывные растения. Так, секундочку. Сейчас посмотрим. Тут еще эти шуты гороховые. Ну, допустим. Сделаем так. Сделаем так. Так, секундочку. Сейчас подумаем. Рис возьмем. Взрывной. Так, может быть, горохострел, кстати, тоже, я думаю, будет неплох. И мортира яблочная. И все это мы приправим. И все это мы приправим. Блин, чем бы... Сейчас подумаю. Блин, арбузом морозом. Нет, не хочу. Наверное, нам все-таки придется взять опять же. Где у нас? Вот. Давай попробуем так. Ну, вначале, естественно, подсолнухи. Хотя их лучше на второй ряд. Ну да... Вот так вот мы сделаем. Окей, дальше поставим теневиков. Пускай они здесь стоят. После поставим с тобой рис взрывной. Мортиры пускай будут. Вот так. И хватит даже еще. Слушай, еще на теневиков нам хватает. Поехали. Нам нужно его подбить, чтобы получить фулл бонус. Но хорош тут орать. Разорался горлопан. Угу. Так, тут танцоры. Естественно, динозавры, как всегда, тут. Давай-давай-давай, влупляем. Как виноград. Ага. Схлопотал. Схлопотал, друзья мои. Надо побольше все-таки, мне кажется, теневиков ставить. Они здесь очень хорошо будут заходить. Ты смотри, у него уже 4 хп всего лишь. Ну, это нормуль. Это очень неплохой, кстати, показатель. Уже 3. 3 полоски хп. Так, мелкие хмыри тут прыгают, видишь? Так, офисник, да, явился, не запылился. Подожди, почему виноград мой не срабатывает? Эй! Шикарненько. Так, видишь, что тут у нас идет?
Шел, точнее. Влупляем. Виноград, выручай. Нормуль. Так, не хватает ульты. Ультушку дайте мне, пожалуйста, а? И было бы все отлично, если бы была ульта. Да что такое? Ты посмотри, вот у него две полоски становятся, и почему-то дальше не идет. Я не знаю, в чем проблема. Почему дальше-то не идет? Не пойму я ни шиша. Ну-ка. Рис, вжаривай давай. По полной программе. Блин, у меня подсумков-то не осталось практически. Опять что ли не успеваем? Да, 48 секунд, ребята, остается времени. И я не знаю, что здесь можно сделать еще. Как его наказывать? Трэш. Ну, если я поставлю даже рис сюда. Не... Смотри, 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 смотри. Просто в наглую идут. Просто идут в наглую и начинают сносить все мои растения. Фиговенько, очень фиговенько. Да ну, не получается, ребята. Вторую попытку мы с тобой сфейлили. 1700 только лишь заработали. Ну что, у нас, по идее, должна быть последняя, третья. Как сделать так, чтобы их забомбашить, а? Вот скажи-ка мне на милость. Может быть, все растения взять, которые у нас есть с ультой? Но их не так много. Давай-ка посмотрим. Давай посмотрим, что у нас есть. И, кстати, вот это я не увидел, чтобы тут какой-то шел дамаг. Будем честны. Так, с ультой у нас что? У нас солнечная фасоль, которая мне не нужна. На самом деле здесь. Этого взять. Это беспонтово. Нету у меня ничего особенного такого. Возьмем рис. Бомб-гранат возьму. Что тут еще можно взять? Вот так вот, вот так, вот так. И на дорожку. Ну что тут можно на дорожку-то взять? Редиску? Да неохота мне редиску брать. Надо что-нибудь другое. Так, теневые растения, да? Что у нас тут еще есть теневой? Так, этот теневой у нас, да, теневой. Может быть, на теневой? Давай так вот. Ага, это у нас чисто защитник будет. А нам нужно наносить еще и урон, ко всему прочему. Да и фиг с ним. Давай, поехали, попробуем. Значит так, раз, два. После этого делаем вот так вот все это дело. Дальше ставим с тобой вот так. После. Блин, они же у нас под ультой. Нафиг я их часто выставляю. Давай вот так вот проверим, блин. Ну, идет, идет, да? Опять же у меня дальнобойный кто как кто. Рис. Да, получается рис и... Ну-ка. Пускай бомбашат. А мы с тобой будем бомб-гранату сюда выставлять. Отлично. Больше риса, побольше риса, ребята. Влупим.
Зомби будут? Будут, появляются, вот они. Давай здесь взорвем. Начинается подкидывание, да? Твою налево. Ну там, в принципе, тут неплохо, ребят. Тут защита есть. В разнос. Отдай сюда энергию. Как только защитники, ребята, исчезнут наши, будем с вами выставлять новых. Пока вроде бы хорошо, да, все? Вроде бы все, справляемся. Сюда. Взорвали. Что там шуршит? Шуршит уже там что-то. Я пока не вижу что-то, ничего. Давай, кактусенок, действуй. Действуй, как говорится, по полной программе. Угу. Сейчас что-нибудь сделаем. Давай сюда, наверное, поставим. В плане здесь, блин, тут ряд прожгли. Это он своим этим, блин, лучом сжег. Так, срочно сюда выставляем орех. Давай, родные. Блин, не хватает энергии. Да как ты проходишь-то, гаденыш ты этакий, а? Вон там, смотри, что творится наверху. Трешуют. По полной, блин, программе. Что-то мы уже урон не наносим ему, я смотрю, вообще. Просто не наносим ему урон. Я имею в виду этому механическому дракону, на котором зомбос сидит. Заметь. Куда ты тут пришел? Явился, блин, а? Они сзади, ребят, нас бомбят, оказывается. Вот что. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, время кончилось. Нет, ребят, невозможно, я не могу. Я вот дохожу до двух, и все, и дальше какой-то стопор просто. По нему не наносится урон, и все. И мы с тобой не можем сделать, как говорится, фул победочку. Жаль, но, тем не менее, 12 тысяч голды у нас с тобой есть. А это значит, что мы можем прокачать наше растение. Так, что там у нас? Энергию жалко никуда не слить больше. Так, здесь забираем с тобой 3 кристалла. Ивенты. Да, в принципе, больше ничего нету. Что у нас по арене? Давай посмотрим. Там, наверное, уже обновилась, я так понимаю, да? Новая арена. А, нет, 22 часа, ребята, осталось. Ну что, пойдем, давай попробуем сейчас набить с тобой вот эти вот 50 электрической лозы. Аркадий. Угу. Против Аркадия мы с тобой деремся. Ну давай там уже. Хватит шелестеть своими лепестками. Ой, блин, это же... Ай, это же у нас, естественно, мамонт. Морозный мамонт. Ну что будем делать? Так, это вот не надо, это нам во вред только. На теневухах работать, я думаю, это бесполезно, да? Попробуем вот так сделать. Слушай, ну тут вроде бы в достатке у нас этих солнечной энергии. По-моему, да? Ну что, поехали. Электрическая лоза. Тут у нас уже, как ты видишь, без ульты. Сейчас будет все очень-очень медленно. Поехали. Ну все, попыхтел и хватит. Правильно вы написали, что его победить невозможно. Усиляет? Опять не для тех растений у нас мята эта. Твою налево, ну... Рейта, как всегда, взял на свою голову мяту, блин. Которая просто нам не подходит. Ну-ка.
Да-да-да-да-да, начинает там свой призыв, начинает орать, горлопанить. Явились. Мне даже поставить некуда, прикинь. Оу, я и забыл про летающих-то. Вот, все, тут фейл, ребят. Я совсем все позабыл. Тут же летающие, тут же нужны были, блин. Да, тут нам нужны были эти. Скажи, я скажу. Клевер, конечно же, клевер. Вот это я фейлюсь. Вот это я набрал тут. Красавчик, конечно, ничего не могу сказать. Не-не-не-не, о чем тут можно говорить, ребят? Тут полностью сфейлился. Я и про летающих-то забыл, если честно. Ой-о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 й. Ты серьезно? Не, ну тут понятно, шансов ноль у меня. Вообще шансов ноль. Все замороженные, перемороженные. Да, здесь нужно было электрические нам выставлять. Электрический камыш, да? Ну и все-все-все прочее, прочее, прочее. А не вот то, что сейчас у меня тут находится. А летающие, естественно, тоже нас будут сейчас продавливать, проминать. Так, давай сюда. Яблочная мортира. Нет, он, считай, на 200 тысяч от меня улетел вперед. Моя ошибка. Ну, ладно. Какой периодически. Все, он тут, ребята, полностью заморозил. Мне уже ничего не выставить. Так что остается просто проигрывать. К сожалению. Ладно, кристалл у нас есть. Если что, мы сейчас, конечно же, с тобой. А, так у меня ничего нету. Мы с тобой как заработали пиньяты и все. Тогда ладно. Да ничего не буду откатывать. Мелисса. Ну давай, Мелисса. Короче, полностью меняем себе состав. Берем клевер. Я не знаю, что там еще нам нужно будет взять. Так, клевер берем. Электрический, да, у нас тут. Вот так. Вот так. Где еще-то у нас? Где у нас еще электрические? Скажи-ка мне на милости. Этого я брать не хочу. Чернику я брать тоже не хочу. Вот этого взять. Нет, давай, наверное, вот так вот все-таки. И последний, кто нам здесь, наверное, пригодится, это... Нет, виноград опасно брать. Мину тоже не хочу. Киви, может, вот этого? Помидор. Ну давай помидор. Помидор тоже электрический, поехали. Дорогой, правда, помидор, да, такой? Но... Сюда-сюда. 250 всего лишь. Да. Не очень много. Поехали. Один помидор всего лишь. Так, ну у нас зато есть клевер. Так. Так. Давай выставлять. Пока не поздно. Что, выбупляем, наверное, да?
летающих в топку. Само собой, сразу же. Я не понял, что здесь охламонище этот делает. Клевер, давай. Жги. Угу. А эти-то, блин, сфигали. Твою налево. Да ну. Так. Нет, пока не будем активировать. А теперь будем. Но поздно. Опять что ли все заклепали мне здесь? Эй! Да что такое-то? Чего не получается-то, ни шиша? Ух! Ты серьезно? Откуда у вас столько? Они что, усложнили игру или что? Не было же такого в тот раз. Почему так у вас дофигища-то? Не просто много, а, ребят, дофигища, понимаешь? Что-то мой оппонент, по-моему, ребят, то ли вышел, то ли что-то у него там не получается. Он не играет, как будто бы. Так, помидор, давай, жги. Окей. Так, давай удобряшку. Летающие, пошли прочь. Да как он съел твою налет? Да прикинь, сжирает и все. Вот это просто идет и съедает. Все помидоры мои слопал, прикинь. Просто слопал все помидоры. Вот и все. Жги. Жги, мята. Что у нас там получается? Ну здесь мы выиграли, да. Тут что-то уж больно какой-то отрыв офигенный у нас получился. У нас оппонент вообще 1300 всего набил. Не знаю почему. Он, наверное, думал на огонечках поиграет. Но видишь, получилось не так, как он ожидал. Огонечки его не спасли. Так, ну что, мы получаем с тобой две перчатки. И, видимо, нам нужно еще, да, драться. 103. Манхан какой-то здесь. Да, еще один поединок. И мы с тобой заберем 30, или сколько там, 30, да? 30 семян на электрическую мету, поехали. Ну, а дальше нету смысла, понимаешь, потому что Бенту, потому что, ну, 22 часа набить я уже за это время не успею. Остатки, так что, что есть, то есть. Я вот не знаю, может быть, если бы у нас был бы пенек, и мы бы с тобой через огонь играли бы, может быть, тоже какой-то эффект был. Ну, ты понял, да? Например, горохострел и перед ним пень ставить. Но я не совсем уверен, что это все сработает. Так, сегодня, наверное, мы еще, друзья, поиграем растение против зомби-герои. Уже, как говорится, это будет чисто по фану, потому что в любом случае мне не получить 40-й ранг. А хотя очень хочется, ребята, очень-очень сильно хочется. Чем выше ранг, тем, как ты знаешь, у нас круче награда. Такс, магистр кислощей. Ну, влупляй. Да блин, какие же вы пройдохи бесевые, а? Сдуваем. Так, удобрение. Жги. Давай, родной. Красавчик. Нечего им тут делать. Летуны крадутся. Так, подожди, мята у нас есть. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Прожарили до хрустящей корочки. Но вот этот все равно, ребята, сильный. Видишь, вот этот, который идет, шел с куполом на голове. Нам его все равно почему-то не одолеть. И танцор тут еще идет, прикинь. Да, его тоже нам не промять, к сожалению.
Он пробежит до упора. Сдуем. Всех, вот здесь вот у меня на этом льду вообще всех уничтожили. Подчистую. Вообще никого не оставили. Вот теперь вопрос, как, вот как мне здесь быть, а? Я не знаю, друзья, как мне тут быть. Последний ряд, он просто сам по себе не может, да, уничтожить. Куда ты делаешь-то? Ну давай, иди сюда. Так, ну здесь, судя по всему, мы тоже выиграем, потому что оппонент наш не шевелится особо сильно. И это только плюс. Ну-ка, вжаривай. Фига, помидор взорвался. И смотри, что тут вылезло. Нашествие просто зомби. Да летите вы отсюда нафиг, а? Так, давайте сюда поставим. И сюда. Че, а, время, да? Ну давай, на пассажок, как говорится, мы с тобой запулим. Не успел, ладно, фиг с ним. Но в любом случае здесь победа опять за нами. Бенто проиграл. Так, и сейчас мы с тобой должны, по идее, получить, если не ошибаюсь, 30 семян. А, 50. 50, ребят, извиняюсь. Так, 50 в плюсике. Итого. Ох, друзья, друзья, нам не хватает совсем чуть-чуть. Блин, ну это 300... Наград нужно, а у нас всего лишь 150. Никак не получится мне в любом случае набрать здесь. Так, ну что, вроде бы нормально сегодня поиграли. Забираем абсолютно все. 2000 монет плюс 2 конфетки. Значит, я бегу прямиком к себе. Да не на огород надо было, а вот сюда. И смотрим за 10 000. Что нам выгодно прокачать? 6. Десятку. Но я им не пользуюсь практически, этим чертополохом. Так что... Блин, конечно, хочу виноградину, если честно. Но очень много на нее копить. Вот, яблочную мортиру. 20 000. Давай тогда сделаем так. Бомб-гранат, короче, ребята. Дамаг. 2200 теперь становится. Отлично. Здесь у нас все заюзано было. Так, поливаем. Жужу, полей вот этот цветочек, точнее, опыли его, чтобы он быстрее созрел. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!